Сюда сядешь? Не, нет, нет. Как раз я зашла, и ты такая сидишь. Красный магазин, Анастасия. Чтобы логично было, не трешку всех. Так там тоже логично. Сейчас я. По лицу раз. Можно ли зажечь обычную спичку под водой, чтобы она догорела до конца? Смотри, какое круглое яйцо. Смотри, как он говорит. По лицу роса. Короче, давайте не будем загадки. Расскажите приколы. Ой. У меня тут, прикиньте, три ч... Yes. English, Вика. English. Я такая, yes. Если будет воздух, то Что да. тебе? Джордж. Вот Джордж. Чё? Загадки? Казахстан. Тарас. Задайте. Чё там? Я смотрю, что отгадывай. Блин, мы такое не знаем. Я вообще загадки не люблю. Уже что-то. Я не могу их отгадывать. И что это? Подожди. Днем висит, ночью ищет. Муж полевку может? Ну ты че, муж? Летучая мышь, ответ. Посмотрим. Что, правильно? Нет? Чего улыбаетесь? Ключок от двери. А. Так, этот же не только типа Ну. вечером. Он может и днем быть закрыт, он у нашей бабушки и днем закрыт. Земле делают одновременно. Дышит воздухом. Нет. Thank you. Эта челмыш подходит тоже. Да. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? Вова, отвечайте. Живут. Становятся старше. Вова загадал? Нет. Пальцы.
Спят? Нет, они же, наверное, живут. А чем плохо? Beautiful in my brain. What kind of brain? Все, короче, загадки не... No, не будем. По лицу роса. Все, у меня есть видный телефон открытый. Эй-эй-эй-эй-эй! Дура! Все, выключи его. Настя, выключи его. По лицу роса. Ладно. Может, сейчас выйдем, попозже зайдем. В часа три. Э? Да, потом уйду же. Да, где-то полтретьего. Да. Ладно, ребят, давайте я этот... Загадку тут загадали. Когда используют красные, а после использования выкидывают. Что это? Черное, красное. Ну-ка, Вик, разгадай. Покупаешь черное, пользуешься красным, потом выкидываешь? Сейчас. Алиту загадал, что легко поднять с земли, но трудно закинуть далеко. Я видела это в интернете. Это ответ тополиный пух. На загадку Вовы. Что-то надо подумать. Сейчас. Ну-ка, Вова, скажите ответ нам. Вова, ответ. Нам нужен ответ. Тополиный пух жараю. Так, что это? Туфли резиновые. Тополиный пух. Короче, ладно. Уголь! Реально уголь. Что там так? Уголь это.